1 ноября будут изменены некоторые маршруты троллейбуса. А именно, это будут изменения по 10 маршруту, по 9 маршруту и по 7 маршруту. 7 маршрут от ЖД вокзала будет идти по 5 маршруту, но по схеме 5 маршрута, и это, конечно, на Новосельского. 9 и 10 маршруты будут идти по Пушкинской, оттуда по Греческой и назад по Канатной. Эти изменения вызваны ремонтом контактной сети на улице Решлевской. Ориентировочный термин выполнения этой работы от месяца до полтора.